Excuse me? Excuse me? Hello? Ого, там люстры огромные. Подожди, это искусственная улица. Это искусственная улица, да. Ну, в каком-то Китае, я не знаю. Он же открытый. Вот. Ну-ка, подожди, сейчас вот. Заброшенный офис. Лутаешь предметы. А, там какой-то есть. Там надо открыть запертую дверь, а чтобы ее открыть, есть какой-то автомат. Что за автомат, не знаю, нет картинки. Оставайся быстрее, там этот бежит. Кто? Это не я, Ниса, это не я. Ты? Нет, я в офисах. Я умер. Это ты? Нет, есть странно. И еще дверь. Ты где? А. Ты что, стелс пошел вот такой? Да, да, да. Юа, вы идиот. Коч. А почему мы идиоты? Я не знаю. Это странно. Может, мы где-то идем на смерть? Свою. Все, достал. Только здесь. Мы вернулись. Мы, да. Там, смотри, там дверь открыта, это где мы были. Мы видели эту вентиляцию. Пошли назад. Вот поэтому мы, наверное, и идиоты. Resident Evil какой-то пошел. Вот это с Китаем? Да. Или это... Замок Димитреску. Че это? Это лифт? Да, это дедушка. Только попшикай на них. А посвети, посвети мне, я нихера не вижу. Сейчас. Мотыльковое желе. Так, ладно. Подожди, да я... Какое желе? Что ты, мотыльковое желе ни разу не ем? Каждый день хаваю на завтрак. Если ты их покормишь, они тебя наградят. Дай желешку, покормишь? Желешку туда отправь. Так, да, а вот как? Фу! Чё? Ты думал? Чё? Чё ты орёшь? Я её съел! Надо, походу, было мотыльковое желе отправить, но... искусство. Ты мяукнул? Я не мяукал. Ты слышал, что как будто кто-то мяукнул? Куда пойдем? Куда они ходили? Вот сюда. Ну да, не ходили, не ходили. 203-я. 207. Excuse me! Hello, hello. Беги, Ниса, беги. Слушай, ну да, я чисто так. А чё ты там стоишь?
Вот и все. На такой позитивной ноте я вернусь сначала и...